Ну что, синдрос, всех приветствую! Мы продолжаем проходить Сому, да? Очень классная игрушка, очень прикольно, очень страшная игра. К своему сведению, скажу так вам. Вот. Очень страшная игра, довольно-таки, да, и очень интересная по своему сюжету. Мы пошли просто чуть-чуть, да, вот эту темку-то взяли, омни-сферу, или что, омни-сфера, я не помню, как называется, омни-прибор, не омни-прибор. Взяли, посмотрели инструкцию, и, в принципе, все, я закончил на этом, да, просто посмотрели, что за игрушка, вам зашла эта игра. Вот, это очень хорошо, потому что мне эта игра тоже, типа, очень сильно понравилась. Вот, видите, у нас с вами вкусы одинаковые. Да. Короче, сегодня пройдем побольше будет серия, да, подольше и поинтереснее, пострашнее, может даже скримлеры будут, не скримлеры. Вот, посмотрим. Вот, ребят, поэтому за что удобнее, надевайте плетик обязательно. При этом пить кто кушает, приносите пить и в питье, пить воды, приятного вам просмотра. А мы, собственно, начинаем. Это очень страшное и интересное приключение. Так, мы с вами остановились здесь, да, вроде бы? Вроде бы здесь остановились. Так, это мы все смотрели. Черт, и шо нам, куда? Нам, получается, с тобой туда, да, эти? Бля, ебать страшно, нахуй. Ебанешься. Что сейчас, блядь, было нахуй? Черт! Бля, еблан, что ли, совсем? Блядь, не надо, дядя! Дядя, не надо, блядь. Дай. Что, блядь, подводный мир, нахуй, еще не подводный, блядь. Биошоки, че не биошоки? Это они исследовали, да, и вот рисунки. Они вернулись все в черном геле теперь, бедная рыба. Значит, и другие части, толстый слой геля. Сейчас я так понимаю, это они исследовали, да, и вот нарисовали здесь. Все как и прежде, словно не было здесь Армагеддон. Thank you.
страшно. Страшно, очень страшно. Сука, сохранение. Блять, ну, let's go. Должны мне помочь. Ну, мне просто нужно вернуться. Не болит. Мужик, я не хочу дальше идти. Блять, я не хочу дальше идти. Реально не хочу. Какая-то хуйня. Сука, сейчас здесь скример будет нахуй. Я если потише, не, пизду, если потише наушники делал. Я не хочу, блядь. Хотя, блядь, на мужика надо, да? На мужика, ебать. Ну, блядь. Да сюда я не дошла. Я доходил до того момента, где вот мы были, блядь, это... Как называется, стеклянная вот этой хуйня, переход от, блядь, с точки охраны до этого, блядь. Не, на, туда не надо. На, вот сюда, значит, ну... Ебучий, отъебись! Родитель до протекшего структурного геря. Я не могу определить его здесь на НИУ. О проблеме сообщено ответственному инженеру по эксплуатации волчок. Хорошо. Не надо, дядя. Эй, вы меня слышите? Счастлив. Да.
Что это? Что происходит? Эй, тут кто-нибудь есть? Эй, вы меня слышите? Слышу вас. Эпсилон, что происходит? Я не знаю, я тут вроде как только очнулся. В комнате сейчас? Там сиденье было и шлем. Правда? Как вас зовут? Я Саймон Джард. И что вы? Ах, сигнал, чертовы передатчики. Где вы сейчас? Где-то, где передается ток, то ли электростанция, то ли трансформаторная. Но... А, вы, наверное, где-то на ТЭС. Вам надо подняться по лестнице в центр связи. Комната с куполообразным потолком. Послушайте, это место, оно... Да тут вообще какой-то ужас творится. Эй! Извините, не слышала. Мы потеряли еще один передатчик. Послушайте, вам надо наверх в центр связи. Я буду там. Хорошо. Блять. Ну let's go, чё туда? Система работает. Ну и славно. Сука, сохранение, блядь. Ну не надо, пожалуйста, своих скримлеров сюда. Понятно, блядь.
Сука. Потом просеивать. Но пока только атмосфера давит жестко. Больше что такого? Нету. Пососи, блядь. Блядь, что мне не очень нравится эта тема. Это всем не очень нравится. Сумки всякие. Завод, администрация, электростанция, центр связи. Администрация зачеркнута. Завод половина тоже зачеркнут. Станция. Заварена. А, то есть где можно проходить там, да? Я на тему. Это что, блядь? Сейчас не пойму. Что это вообще? Тихо, блядь, не знаю. Заперто, процесс запущен, так, терминал. Так, а где нам найти эту хуйню? Семь, семь. Подожди, а где нам найти? Где нам найти-то это сюда? Не знаю. Пошел в путь. Подожди. Блять, а где найти-то эту хуйню?
Это очень интересно, ну, нам нужна эта тема очень сильно. Так, ну куда пойдем? Сюда? Человек? Блин, что, по телу заметно? А я тут скрыть пытался. Да, я человек, а вы? Меня зовут Саймон. Вы что-нибудь знаете об этом месте? А, вы новенький. Ну, тогда понятно. Слушайте, я ранен, как вы заметили. Если увидите кого-нибудь, скажите им, что я тут. Мы видели одного. А где вы находитесь? Вы серьезно? Я же тут. Видите машину? На руки посмотрите. Привет. Понял. Я просто... Я вас не вижу. Я вижу машину. Говорящего робота. Вы куда там смотрите? Я тут. Видите? Понял. Я просто не ожидал, что вы такой. Не зациклено на внешности. Вы это знаете? Как вы поранились? Точно не знаю. Выбился надолго. Не могу вспомнить, как я сюда попал. Ну, а что вы помните? Я был на месте пилота. Управлял УП. УП? Универсальным помощником. Ну, это робот такой. Вот как они, только быстрее. Короче, я работал с тепловыми экранами и... Потом ничего не помню. Вы дистанционно управляли роботом? Мы все время так делаем. Роботы сами совсем не справятся. Микросхем их интуиции нет, знаете ли. Может, вас как-то затянуло в робота? Да. Разум прочно с ним связывается. Но нет, это вряд ли. Слушайте, я не хочу вас пугать, но мне кажется, что вы попали в робот. А я вам говорю, проверьте зрение. Я тут. Я вижу обе своих руки, обе ноги. Когда управляешь, видишь только видео с робота. Своё тело при этом не видишь. Мне очень больно. Найдите помощь. Сука. Нет! А! Я не выдержу! Вы как? Меня слышно? Эй! Сходить. Что будет, если мы максимально все выключим? Эй, меня слышно? Меня слышно? Хорошо, мы не будем трогать никого. Так, можем туда сходить с тобой. Как минимум.
О, боже, он мертв. Он мертв. Последние резервные турбины запустили? Все подключено равномерно. Мы специально распределили риски. Ну все. Энергии Патоса хватит до нового апокалипсиса. Мы можем идти. Надеюсь, мы тут ничего не напутали. Мне туда возвращаться совсем не хочется. Расслабься, все кончено. Мы идем на Тету. Может, больше блоков перекрыть? Я не верю, что помощники не взбунтуются. Мы перекрыли все. Все. Казан до центра связи. Если кто туда еще зайдет, ему немало придется повод... Ау! Хорошо, пошли туда. Жесткая тема. Мы перекрыли все. Все, сказал до центра связи. Если кто туда еще зайдет, ему немало придется полностью. Распугался, брат. Охуеть. Ты прикинь, их что-то, короче... их... А вот стоит только туда, идти с тобой. Вон туда. Блин, а где пароль? Что-то я не вижу, блин. Дали в терминале. Хуй нахуй терминал, блин. Здесь, короче, нихуя нет, да? Блин, ребят, подскажите, да, в комментариях, кто-то посмотрел. Блин, нам сейчас нужно сюда войти или можно будет вернуться туда и войти попозже? Я думаю, можно будет вернуться, что там проход наверх еще есть. Поэтому так вот. Ну шо, let's go с тобой туда, чё? Больше выбора нет. Бля, как мне эта хуйня... Не нравится? Ой, как мне нравится, залух и все.
Надо, блядь, просто... Последние резервные турбины запустили. 0722, ебать. Вот она, нахуй. 0722. Ой, блядь. Да, нахуй. Закончить работу над энергокомплексом. Перекрыть доступ к фабрикам, чтобы завод мог работать. Все системы не первостепенного значения отключены. Если кто-то решит вернуться, пусть знает, что регулятор потока энергии работает на честном слоте. Если его отключить, то включить это уже вряд ли получится. Мы уходим сюда, Карл. Это что? Персонал. Это. Эпсилон. Надо решать чуть одну из секций. Чтобы выбрать на этот центр связи. Черный ящик — это прецизионный прибор для наблюдения за состоянием вашего организма. Он измеряет широкий диапазон показателей от температуры тела до мозговой активности. Эта информация постоянно передается НИУ, наблюдающей системе АТОСа-2. Чтобы станция могла обеспечивать вам подходящую рабочую установку, устройство будет работать максимально эффективно, если подсоединить инструкцию к автоинъектору. Только вы сможете быть уверены, что имплант используется правильно. Вот эта хуйня, да, получается? Давай с собой его возьмем, может, нам не будет. Даже... А там разве не открылась эта тема? Что, ну его, ну, я не хочу для этого трогать вообще, в принципе. Почти это. Мы нагрузили систему до предела. Если вы дернете за этот шаг, пути назад уже не будет. Делать это только при крайней необходимости.
Блять, стрёмно нахуй. Ну смотри, видел, он прошел туда внутрь. Мы там были, когда он там вот. Он туда внутрь не ходил. Видишь, он здесь тоже вот остановился, оп, пошел обратно. Туда, когда мы вот оттуда шли, он внутрь не ходил. Он просто остановился, смотрел и уходил. Вот туда. Сейчас он туда внутрь уйдет. Я включу питание. Жесткая хуйня. Ну типа да, чуть-чуть такое, блядь. Приятно. Здесь такая хуйня, блять. Нам, конечно, туда с тобой нужно в любом случае. Что здесь-то открылось-то, я, блядь, просто хуй его знает. А он еще и застрял, блядь. Интересно, уже пока он туда уйдет. Можем его отвлекать? Нет, не можем, ему похуй вообще. Я попробую еще закрыть склад. Мне теперь закроется, я думаю, нет. Шли туда потихонечку с тобой. Ну, видишь, что попиздил, да, хотя... Но по-хорошему нужно было там еще питание выключить. Как я понял. Джонси, как там эвакуация? Все собрали, ну, готовы. Но оставлять электростанцию одну нельзя. Адамс решил оставить имя Азара и Карла Сэмкина для выполнения автоматизации. Они, небось, очень рады. Я просто сообщу.
спросить хотела, что все по графику. Завтра еще поговорим. Хорошо, передам все, Волчек. Джонси, славное утро для эвакуации, да? Сойдет. Я хотела представить тебе имя Карла. Когда я отправлюсь на ответ, у нас связи будут они. Поздоровайтесь. Привет, Света. Привет. Привет, ребята, я Питер Страски, диспетчер на третьей. Если смогу чем-то помочь, вы дайте мне знать. Ну, думаю, все. Скоро увидимся, когда прибудем. Хорошо, Джонси, удачи тебе. Эй, алло, это? Эпсилон, в чем дело? Нам нужна прямая связь с Хизер, то есть инженером по обслуживанию Волчек. Прямую связь установить почти невозможно. Ретрансляторы Лумар сейчас практически не работают. Можно отправить сообщение через центр связи, если что, здесь практически всегда. Могу передать вручную. Понимаю, система хреновая, но вот так вот сейчас. Ладно, пока что справимся. На связи. Алло, Питер, да? Я тут, в чем дело? Мы уходим. Я хотел передать, что сегодня буду закрывать центр связи, так что больше мы на связь не выйдем. Если через пару часов нас не будет, высылайте кавалерию. Постой, что происходит-то? План прежний, да? Да, мы идем к шаттлу и едем на нем прямо до Теты. Ладно, понял. Соберу людей для торжественной встречи. Приятно слышать. Чего вот это, блядь, такое, блядь, не пойму? Сохранилось, видишь? Да, здесь статус исключен. Последний контакт 12 января 2103, ага. Вообще, Джонти, я знаю, ваши шпанцы выжить гораздо больше, чем наши. А ваши шансы выжить гораздо больше, чем наши. Зато мы можем похвастаться гораздо лучшим видом. Салют. Северная Америка, в том числе, да, Африка и Европа. Лондон. Сообщение, дорогая. Вигдис Йонстодир. Йонстодир, да, Йонстодир. С прискорбием вынужден сообщить вам, что офис будет закрывать и превращать в одержку Эпсилон и Патос 2. Чем воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас, вашего начальника Джейн Адамс и весь остальной коллектив. Вот потрясающая, потрясающая группа, и я уверен, что там, где потерпели неудачу, вы продолжите наше дело, не страшаясь трудностей. Искренне ваш начальник. Подожди, а там? Сообщение обновлено. Обновление параметров защиты. Последние усилия мирового сообщества по предотвращению столкновения не увенчали успехом Патос 2. Должен приложить все усилия, чтобы справиться с неизбежным землетрясением после удара. Расчетное время удара 05.13. Лиза. Нью-Йорк. Сообщение. Джонси, офис закрывает всех, эвакуирует. От имени каждого хочу сказать, что это было частью работы с вами и Эпсилон. Храни вас Бог, удачи вам с апокалипсисом. Охуенно. Все, они все знали, да? Удачи вам с апокалипсисом. Понятно. Как она называлась там? Лямбда, да? Что? Вроде да.
Эй, вы там? Я нашел купол. О, так-то лучше. Саймон, да? Джаред, Саймон Джаред. Привет, Саймон. Я Кэтрин. Вы уже разобрали, что происходит? Я? Я надеялся, вы мне расскажете. Может, и расскажу. Что хотите знать? Да много чего. В смысле, где это я? Как я сюда попал? Почему тут роботы говорят как люди? Ну, вы, очевидно, на Эпсилоне. Вы что, там никогда не были? Где вы работали? В Гримуаре, в Торонто. Это так важно? Нет, на Патосе-2. Где работали? Я не знаю, что это! Неожиданно. Вы прибыли сразу из Торонто? Да, прямиком, и все было очень неожиданно. Вы людей видели? Персонал, техников? Только роботов, чокнутых. Это все очень странно. Мягко говоря. Что это было? Воу! Что такое? Тут, кажется, все скоро рухнет. Что мне делать? Вам нужно на лямбду. А как туда попасть? Все станции соединяют сеть шаттлов. Найдите шаттл и приезжайте. Я буду ждать. Черт, черт, черт. Куда мне? Что делать? Твою ж мать! Что, блядь? Это что нахуй? Бля, очень интересная игрушка, очень такая страшненькая слегка. Что? Какого черта? Как такое возможно? Это же... Это безумие! Чё это, блядь? Чё с нами? Чё с главным персонажем, блядь? Чё с ним, блядь? Что, блядь? Что за... Лямбда. Найти шаттл на лямбду. Дико прикольно проработано. Нам не туда, нам еще туда идти, да? Крой, блядь! Ёпта! Понятно. Блять, что нахуй? Что это, блять? Где мы, блять? Ну, какая-то хуйня движется. Вспомогательному. Удачи, Эми.
Держу кулаки. Мне куда, блядь? Блядь, я хуй. Вроде правильно взял. Это, блядь, в подводном мире нахуй находится. Я хуею, блядь. Блядь, разработчики, вы, блядь. Взял, уебалось, что это такое? Гель ему нужен, чё не гель? Хуй, нам не сюда, да? Я правильно понимаю? Нам к тому, блядь. Ты передумал! А у тебя есть? Нету, блядь. Ебись. Ну хотя бы чуть-чуть. Ебись. Он мне нужен. Да отстань ты от меня, ты ёпта. Робот плавающий, блядь. Отстань нахуй от меня. Нахуя. Он за нами не ебашит, блядь, не идет. Нужен, блядь. Пошли за мной. Я ж помощник, чешу. Так, погнали, давай, это наш помощник, блядь. Хоть что-то, блядь. Погнали, вон нам еще такие двери, блядь. Что, блядь? Эпсилон. Мы не так еще идем, блядь, ну ладно. Брат, не надо, блядь. Куда мы, блядь, бежим вообще? Я хуй его знаю, честно. А, ну вот мы сюда, видимо, пробежали, куда нам нужно. Посадочное все. Нихуя-то. Спасибо, малыш. Бля, души. На этом закончим. Все, так длинно получилось. Спасибо за просмотр. Такая серия была. Бля, Сома все удивляет эта игра. Блять, Сома, кстати, называется игра. Удивляет вот своей мрачностью тоже. И, ну, хоть таких прям скримлеров нет жестких, да? Наверное. Ну, пока что мы не встретили, но все равно какая-то такая атмосфера есть. В любом случае, спасибо за просмотр, ребят. Увидимся в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кстати, сюда. Обязательно. Спасибо заранее, кто это делает. В принципе, все. Еще раз. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.